1908 год. На арене Оренбургского цирка «Железный Самсон». Это сценическое имя артиста Александра Ивановича Засса. Силач, ростом ниже среднего и весом всего-то в 75 килограммов, зацепившись ногой за петлю, укрепленную под куполом цирка, удерживает в зубах платформу с пианино и играющим музыкантом. В юности Александр Иванович выбирал цирк или паровозное депо в Оренбурге. По настоянию родственников пошел на железную дорогу. Но судьбу не обманешь. Победил цирк. Город потерял кочегара, зато приобрел мировую знаменитость. Прошло более 100 лет. Сегодня Александр Засс, железный Самсон в бронзе, демонстрирует свою недюжинную силу перед зданием Оренбургского цирка.